Здравствуйте, Юрий Николаевич. С этой секунды Юра. Юра, да. Не, мне это важно, чтобы от вас было разрешение. От тебя. Господи, вот я не знаю, откуда это, но это какое-то... От уважения к возрасту. От уважения к возрасту, от воспитания. Кавказская традиция у тебя. Я еще думаю, что это связано с тем, что когда-то там лет 12 назад, когда я снимал свой первый фильм, и меня продюсер отвел в сторону и сказал: зачем ты переходишь со всеми артистами на «ты»? И я такой, думаю, я же совершил что-то ужасное. А я вот долго жутко привыкал в театре, а потом мы все привыкаем, и когда посторонние люди появляются за кулисами, их это очень смущает. Когда разница в возрасте между артистами 30 лет, и они на «ты», 30, 25, Любшин Станислав Андреевич, которому 86 лет в МХТ, на «ты», дядя Слава «ты». Откуда это идет в театре? Но поскольку это такое добровольное рабство, но все равно рабство, рабы, они все едины перед волей там, главного режиссера. Хорошо, если это добровольное рабство перед талантливым человеком, а если перед бездарным, это усугубляет эту зависимость, и тогда способ какой-то выжить – это такое единение актерское. И тогда все на «ты». На «ты» и бесконечные поцелуи каждый день. Ну, мол, выжили, еще один день прожили, и на следующий день встречаются, вот еще один день прожили. И все целуются. Почему в театре и в кино все целуются? Ведь в медицине, если человек приходит, врач, в реанимационную, он целуется со всеми ассистентами? Нет. Каждый день? Нет. Инженер на завод, рабочие. Это вызывает вопросы. Целующиеся все рабочие. На стройке тоже вроде я не замечал, чтобы люди целовались. Я тоже. Да. Но на самом деле у восточных культур это принято. То есть вот армяне, грузины, то есть когда здороваются, в принципе... Арабы. Да, у нас, господи, была одна смешная история. Мы, у нас человек 5-6 армянских юношей, мы зашли в метро, и на какой-то из остановок, ну вот началось вот это, все стали друг друга целовать, и в какой-то момент нам стал аплодировать весь вагон. А, вот да. Просто... Вагон попался толерантный вам. Я первый раз в Ереване у вас побывал в 99-м году. Это или нет, в каком 99-м? В 88-м. И меня поразило количество мужчин, ходящих под руку друг с другом. Да, да. Под руку. Все идут под руку. И еще количество ребят. Вот у меня голеностоп проблемный. Я, поскольку профессионально занимался спортом, я не могу сидеть вот полностью. Я сижу на цыпочках, как говорят на Украине. А сидящих людей семечки и все время плюющих. 12 человек сидят. И все. Медитация. И так, так, все, все так. Но да, как-то заплевано. И вот так они сидят, и рядом лоток. И на нем... Я хотел купить варенье из грецких орехов. Я его обожаю. Да. Из зеленых орехов. И вот, и рядом лоток. Я говорю, сколько стоит банка? Государственный ларек. Государственный. Это, ну как, 88-й год. Он говорит, 3 рубля, нормально? Это было в советское время. Меня Ереван тогда очаровал. А получается, что ты был до землетрясения? Да, конечно, да, конечно. Потому что оно было, да, 7 декабря. Тогда ведь на гастроли выезжали на месяц. Представляешь, мы одновременно играли на двух-трех площадках. Каждый день на трех площадках в течение месяца. Сейчас театр может приехать на 2 спектакля. Я вчера послушал одно из ваших интервью, где ты сказал, что 70 концертов планировалось за 7 дней. Да. И я подумал, что это какая-то шутка. Это называлось не концерты, называлось палки. Что такое палка? Это когда в ведомости администратора он ставит палочку. Ага. Палочку, что сыграли концерт. 70 за 7 дней, 70 концертов должно было быть иногда 10. Что туда входило? Сумасшедшие дома. Дома престарелых, тюрьмы, колонии, поселения на свиноферме, на овцеводческой ферме, потом где? В курятнике, в красном уголке завода. В обеденный перерыв в гастрономе. Да-да-да, я без дураков говорю. В обеденный перерыв? Да, конечно. Сидят 3 мясника в окровавленных халатах. Сидит, ну, мяса нет, но кровь на халатах есть. Значит, все-таки мясо есть, было. Потом сидят 2 уборщицы, 3 продавщицы и выпивший грузчик. И вот и столько же нас... И играют концерт столько же людей, сколько сидят в зале. Если, не дай бог, кто-нибудь скажет... От зажима какой-нибудь артист, не зная, как выжать аплодисменты. На этом наш концерт заканчивается. Всего вам доброго. Мы к вам еще приедем, то обязательно услышит. Я тебе,
приеду, какой-нибудь мясник скажет. Я прошу прощения, но это фраза, которую я слышал сам. А вообще всегда комментировали на концертах кто-то из зала? Самый страшный концерт. У меня было два самых страшных концерта в жизни. Нет, сейчас я подумал, значительно больше. Значительно больше. Когда церковь в Ивановской области, город называется Юрьевец, там теперь проходят фестивали Тарковского, он же оттуда, Юрьевец, Плёс, вот эти места. И разрушенная церковь, вместо креста из купола растет береза огромная, видно небо. Там, где раньше был алтарь, построена такая, ну, она уже полуразрушенная сцена, и сидят пять старух. Пять старушек сидят, лузгают семечки, мы для них в косыночках, аккуратненькие, чистенькие. А шестой сидит старенькая-старенькая собачка и тоже сидит в ряд с ними на сиденье. И у нее седая-седая бородка такая, видно, что она старенькая. И вот артисты вот так вот передвигаются. Единственное существо, которое наблюдало за тем, что на сцене, была эта собачка. Благодарный зритель. Она была такая внимательная. А концерт был, ну, тот еще, конечно. Это «Артисты театра на эстраде» называлось. Значит, открывается дверь. Появляется то ли тракторист, то ли кто-то. Он так с папиросой так заглядывает. Вот они сидят, вот так шесть человек. Он каждый подходит спиной к сцене. И вот так делает. Петровна, привет. Никифоровна, привет, привет. Потом далеко так отходит в конец церкви. Там открытая дверь, дверь открытая. А вот там мы на сцене. Он расстегивает ширинку, долго делает свое дело, но неотрывно наблюдает за сценой. И мы смотрим на него. Ему очень было интересно. Он сделал свои дела, застегнул ширинку. Тихо, чтобы нас не мешать, нам так же тихо. Подсел и продолжал слушать. Хороший концерт. Еще один концерт был в ресторане «Белое солнце пустыни». Нам наш администратор Марик говорит: ребята, вы работаете в ресторане? Илюша, за очень большие деньги, да. За очень большие. Ну, только за очень большие деньги. Сколько они дают? Ну, он ему сказал, говорит, работаем. Он говорит, там все будет очень цивильно. Это будет отдельный зал в обеденное время, полная тишина. И сам не явился на этот концерт. Меня уже насторожило, почему он свалил. Нас встречает администратор ресторана, и подводит вот к такой ширме. И говорит, и вот там уже вы работаете. Вот там. То есть ее надо открыть, и мы работаем. А наш музыкант, я так понял, он уже приготовился внутри. И звучат вот эти первые аккорды, которыми всегда городок начинался. Это такое, это танго. И вот так администратор так открывает. И у меня челюсть вниз. Это комната метров 12 в ресторане, кабинет. Поскольку это «Белое солнце пустыни», значит, столов нет, стульев нет, на ковре, подушки, ковер, и сидят шесть детей восточных. И очень внимательно на нас смотрят. И у них сладкий стол. Это день рождения мальчику, которому исполнилось 9 лет. И он очень любит программу «Городок». Ну, репертуар у нас, ну, совсем 18+ был, особенно в те годы. Особенно в середине 90-х. И Илюша так вот открылась. Илюша так берет занавеску и так под эту же музыку. Рам, пам, 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 пам. И закрывает. Пошли. Не буду работать. В результате мы сели рядом с ними. Вместе с ними покушали. Попили чай. Рассказали что-то смешное. Я устроил какие-то игры. Илюха ушел курить. Я с ними общался. Я что-то им спел. Это были замечательные совершенно дети. Очень воспитанные. Да. А можно было дико зажаться, возненавидеть их, сказать, что у них родители подонки и новориши, которые могут купить все. А можно было просто... Но если они любят программу «Городок», ну, значит, у них что-то хорошо с головой было. 100%. Вот такой был тоже у меня концерт. Ой, много чего было. А это случаем не на Неглиной, вот это «Белое солнце»? Да-да-да. Внутри, там слева где-то был такой кабинетик. Вот такой, с занавесочкой. Не, круто, круто. Ну, на самом деле, это самая большая похвала, я думаю, когда любят дети. Дети? Да. А вообще, это очень странно. Дети очень любили программу «Городок», и они не могли
Но они вынуждены были ее любить, потому что тогда, когда был один телевизор в доме... Смотрели взрослые. Смотрели взрослые и как-то передавали им эту вынужденную любовь для них. А детям нравилось, они не могли сформулировать, что им нравилось, но я думаю, что, так вот детским языком говоря, им нравилось, как баловались два дяди. Баловались. Они улавливали вот баловство и игру. А это же детский принцип. Детство во взрослом, я думаю. Да, и им нравилось, что мы вроде бы такие же, как они. Мы дурачимся. Они, конечно, они были правы. Это и было профессиональное баловство. Вопрос немножко, может быть, не в тему. Мы когда вот сейчас снимали с вами «Родину»... Хорошо сказал. Мы снимали с вами «Родину». В аренду ее взял. Ко мне позвонила кастинг-директор и говорит: «Сарик, я не знаю, как тебе сказать». Так, я говорю: «Да что случилось?» «Ты знаешь, Стоянов похудел на 22 килограмма». Но замечательно, похудел, слава богу. То есть, и это просто... Все ко мне подходили, они почему-то думали, что я не знаю, то ли концепцию... Что я приеду. Да. Для всех это было очень неожиданно. Но смотри, вот я на самом деле... Да. На самом деле, я пришел к той форме, в которой я проработал половину городка. Откуда это вообще берется? Это проблема зрительского восприятия. Я объясню тебе. Народ привык, что если есть пара, нас было два человека, он обязательно, рефлекторно должен одного чуть-чуть сплющить, да, и сделать толще, а второго чуть-чуть вытянуть и похудить. На самом деле, я скажу тебе, что у нас с Илюшей были практически один и тот же размер. Мы носили одни и те же брюки, одну и ту же обувь, одни и те же рубахи. Он был только на 4 сантиметра выше меня. Всего. Но всегда было ощущение, что он худой. Потому что люди привыкли, что должен быть белый и рыжий, тонкий и толстый, маленький и высокий. А на самом деле этого не было. Мы были антипара. Мы разрушали вообще эти представления. Но людям хотелось, чтобы было так. Но в нашей паре только не было белого и рыжего клоуна. Вот этого не было. Ты просто, по сути, вернулся в тот вес и в то состояние. Я вернулся в то состояние, в котором я работал вообще в городке. Угу. Вот и вся история. Но когда я поступал в ГИТИС, я тебе скажу, я стал сейчас ниже на 3 сантиметра. Ну, так как-то надо к земле уже. Да, мы стремимся. А был у меня рост 183, а вес 72 килограмма. А ты же мастер спорта по фехтованию. На сабле. На саблях. Когда это было и почему именно? Очень простая была причина. Я переболел, ну, проще говоря, желтухой, вообще это болезнь Боткина. Да. Какой-то одной там формой. И в результате же нарушается обмен веществ. Я с детства был очень худеньким ребенком. Я был худенький мальчик. И вдруг класса со второго меня как начало разбарабанивать. Меня как поперло. Я не был толстым, но в сравнении с тем, каким я был толстым. И я слышал, и однажды я услышал фразу в гостях. Шепотом одна женщина сказала, а я услышал. Она сказала: какие красивые родители и какая проблема с ребенком. Опаньки. И меня это как вставило. А я такой непростой вообще. Я понял, что надо что-то делать. Кроме того, девочкам хочется нравиться. И были те, которые нравились мне, но они не очень обращали на меня внимание. И я выбирал долго между боксом, фехтованием и плаванием. А поскольку я лет с шести, там знал, с каких шести раньше, что я буду актером, я думал, бокс все-таки вывернутый нос, это не очень хорошо, сплющенный. Да. Но бокс мне нравился безумно. Я пошел на пятиборье. Пятиборье в себя включало плавание, бег, стрельбу, конный спорт и фехтование на шпагах. Никакого конного спорта, никакой стрельбы не было, этого не было в Одессе, были большие проблемы. И мы чуть-чуть поплавали в перехлорированном, в жутком зимой, я помню, открытом 25-метровом бассейне. Я проклял все, я задыхался от этой хлорки, покрылся прыщами. А потом привели фехтовальный зал, шпага. И вот я видел это тык-тык-тык-тык-тык. А наверху на балконе какие-то люди прям там так рубились, там такие звуки были. Такие большие дистанции проходили. Я говорю: а это что? А это сабля. Я попрощался с пятиборьем и пошел заниматься саблей. Первая фраза, которую мне сказал тренер, была такая: по чьей роже, а по вашей, на вы, Стоянов, я не промажу. Это первое. Вторая фраза, которую мне сказал, когда я начал фехтовать: вы мне напоминаете. Он был очень интеллигентный, образованный человек.
я понял, что я попал в свою среду, фехтовальщики, такие особенные люди. Это такие железные шахматы, я бы так назвал, фехтование. Он сказал: «Стоянов, вы мне напоминаете одного из персонажей Гои серии «Капричос». Блин, я записал, пришел домой. Дома у нас очень много было альбомов по искусству, нашел Гою и эту серию «Капричос». А это уроды такие, «Капричос», какие-то люди прокаженные, какие-то перекошенные, больные. Это вот такая серия «Капричос». Ну, в общем, стремиться было куда мне. Но главное, мотивация очень простая. Нравится девочкам. Это очень логично. Я хотел нравиться девочкам. Все. Но я этого не заметил, перехода. Угу. Вот это в моей жизни было несколько раз. Когда я уже пришел в норму, стал худеньким, подвижным, спортивным, я им начал нравиться, но они мне об этом не говорили. И я не воспользовался. В театральном институте, в котором я жил по принципу «влюбился, женился», когда прошло много-много лет, где-то года два назад, подходит ко мне какая-то бабка и говорит: «Я твоя однокурсница». Там не однокурсница, мы вместе учились, я была старше на один курс. «Как мы тебя, Юра, все любили в институте». Я говорю: «Вашу мать, что вы мне сейчас об этом говорите, когда на вас смотреть страшно? Вы мне тогда не могли сказать, как вы меня все любили, чтобы я в ЗАГС не бегал по каждому поводу?» Ну, я думаю, что все вот творческие мальчики через это проходят. Потому что примерно мотивация всегда такая, да, чтобы понравиться девушке, я не знаю, из параллельного класса, думаю, пойду, я не знаю, в КВН играть или еще что-то такое. Ну, чего-нибудь. Да, а в итоге, ну, это не работает. А что артистам? Вот артистам. Почему ты решил стать артистом? Вот я же был, ну, совсем маленьким, ну, совсем-совсем. Никаких альтернатив не рассматривались они даже. Ну, их не было, никаких вариантов. У меня в семье не было никаких трагедий в связи с тем, что я поеду поступать. Потому что они не рассматривались. Ну, не было никаких других перспектив. Для родителей это была такая горькая данность, и они понимали, что бороться с этим бесполезно. Папа врач, мама учительница. А просто вот этот двор, в котором ты живешь, вот эти соседи, вот эти твои друзья, чтобы пройти по этой улице известно. И все. А это потом включается какие-то другие. Ну, конечно, да. Они включаются. Да. Но изначально, ну, не сеять же разумное, доброе, вечное. Да. Я хочу создавать образы. Какие образы? Я хочу... Что? А, пожалуйста. Поэтому для меня, я не понимаю людей, которые не дают автографы. Очень многие актеры не дают. Большинство. И не фотографируются. Да. Ну, я понимаю, у кого-то, может, какие-то мистические причины. Не хочу отдавать часть своей энергии, чтобы мою фотографию потом не прокалывали по ночам. Так ты проживи свою жизнь так, чтобы ни у кого не возникло желания прокалывать твою фотографию по ночам и сжигать куклу Вуду, присваивая ей твое имя. Ну, а как можно не фотографироваться? Ведь это часть твоей работы. Это твой зритель? Это не просто. Это тот зритель, благодаря которому повышается твой рейтинг, повышается твоя ставка. Да. Ну, Чаплин же... Ну, слушайте, ну, прислушайтесь к Чаплину. Ему, когда вручали того почетного Оскара за заслуги, когда он уже был стариком в 60-е годы, когда ему вручали Оскара, Америка, как бы извиняясь перед ним за то, что они его лишили американского гражданства и перед войной выдворили с территории Америки, Америки за антифашистский фильм. В это трудно сейчас поверить, что Чаплина вышвырнули из Америки за фильм «Великий диктатор». Потому что он в Америке посмел посмеяться над Гитлером. Сейчас трудно в это поверить. И когда ему вручали, он сказал: «Я благодарен моим зрителям за то, что они сделали меня знаменитым». Вот, ну, но если такого уровня артист говорит: «Мои зрители сделали меня знаменитым». Конечно. Ну, можно прислушаться. Там официальная трактовка, по-моему, была такая, что он задал, что у него были проблемы с налогами, еще что-то. Ну, понятно, что никто бы не стал говорить это. Надо читать самого Чаплина, мою биографию. Это лучшие актерские мемуары. Есть всего несколько книг. Это мемуары Шаляпина, моя биография Чарли Чаплина и «Без знаков препинания» Олега Борисова. Угу. Это три лучших актерских книги.
книжки. Я, конечно же, знаю, что ты поклонник Чаплина, да. Потому что, ну, уже и много передач про это, и мы на съемочной площадке. Я, на самом деле, передачи и интервью не смотрел, где ты постоянно говоришь про Чаплина. Я услышал на съемочной площадке, и меня это заинтересовало, потому что, ну, Чаплин мне тоже очень симпатичен, и я обожаю вот это письмо, которое он написал дочери. В год один раз читаю и плачу, на самом деле. Оно достоверно, это правда? Это есть второе письмо, которое приписывается Чаплину. Это письмо подлинное. Это подлинное письмо. И я спросил об этом письме много-много лет назад, году, может быть, в 10-м. Да, в 11-м году, в 2011-м. В Одессе был международный один кинофестиваль. И там была потрясающая акция. Значит, фильм Чаплина «Огни большого города» показывали на Потемкинской лестнице. Вот знаменитая Потемкинская лестница, да, прославленная в кино броненосцем Потемкиным, по которой летела коляска у Эйзенштейна, тряслась. Вот она, значит, это символ кино такого, не только российского и советского. Вот ступени – это как бы места, да. Вниз идет эта лестница, там невероятно несколько сотен ступеней, а впереди море. Здесь поставили огромный экран и сцену. И на этой сцене работал большой симфонический оркестр с английским дирижером. И у них была партитура, реальная чаплинская, в том числе с шумовым звучанием. И они возвращали Чаплина людям в том виде, в котором на премьере в идеале шли фильмы, немые фильмы Чаплина. Звонок был звонок, удар стекла. Он иногда делался музыкальными инструментами, был ударом стекла. Клаксон автомобиля был клаксон автомобиля. И музыка была расписана абсолютно синхронно. Чаплинская музыка. Та-ба-ди-ба-да, ба-ди-ба-да. Похоже на первый концерт вступления Чайковского. И вот это фантастическое зрелище. И как бы Чаплина вернули людям. Потому что что происходит сейчас с Чарли Чаплиным? Человек, который был, ну, мягко говоря, мейнстримовским актером и режиссером, на которого шли рабочие в самые голодные годы, когда была депрессия, и отдавали свои 10 центов, не покупая гамбургер, а меняли его на смех и на положительные эмоции, сейчас стал персонажем канала «Культура», каких-то ночных элитных эфиров. Кто? Человек, на котором ржал мир, который заставил мир умирать от смеха весь. И там была его внучка на этом фестивале. А поскольку я был участником фестиваля, и там был мой фильм, у меня была возможность к ней подойти. Именно про это письмо спросил. Она говорит, конечно, это его письмо. Круто. Это его письмо. Моя дорогая девочка. Ой, какое письмо. Я один раз его прочитал вслух на телевидении. И сказал тогда ведущему, я говорю, ты знаешь, я все-таки хороший артист. А он мне говорит, почему? Я говорю, потому что я прочитал это письмо и не заплакал. А это невозможно. Особенно мужчине, у которого есть дочь, это просто невозможно. Конечно, это может быть лучшее, что сказал артист о своей профессии. Судьба, прежде чем дать человеку крылья, как правило, сначала ломает ему ноги. Как он говорит, когда ты, она же была балериной. Она была балериной в Париже, когда ты будешь блистать под софитами на этой сцене, помни, что в пригороде Парижа есть уличные танцовщицы, которые танцуют лучше тебя. Помни об этом, и каждый раз, садясь в такси, прибереги 2 франка. Лишних для таксиста, для его жены, на пеленке. Спроси, помни, что каждые 2 франка из 5 принадлежат не тебе. Грандиозное, там такое завещание потрясающее. Я старый шут, я всю жизнь смешил людей. А когда ты подойдешь к зеркалу, ты увидишь там мои черты. Да, я шут, я Чарли Чаплин. Помни, что ты носишь мою фамилию. А вот эта история про то, что Чарли Чаплин занял
третье место на конкурсе двойников Чарли Чаплина. Да, это правда, говорят, это правда, но я думаю, это такая красивая байка, да, потому что были люди, которые лучше показывали Чарли Чаплина. На самом деле, вот это письмо, я его еще читаю там, ну, не как отец, а все-таки мне кажется, что это очень полезно другим артистам, потому что это вот как раз касательно того, что в какой-то момент у нас, да я думаю, что это не только у нас в стране, а это очень человеческий фактор, когда артист начинает думать, что он лучше своего зрителя, что он особенный, что он непростой, вот эти разговоры. И они меня всегда очень дико раздражали. И когда появляются слова people, да. Быдло. Вот ты просто сказал в одном из интервью, что ты интеллигент в первом поколении. В первом поколении. И зачастую я слышал все вот это вот пренебрежительное отношение к зрителю, вот от людей, которые уже не в первом поколении. Вот как ты относишься к этому, к ребятам, которые считают, что они зарабатывают на зрителей, но вот почему-то... А можно я задам тебе вопрос? А ты это слышал от успешных людей? От злых зачастую. От успешных или нет? В прошлом успешных. Вот ты ответил на мой вопрос. Здесь есть проблема. Объясню тебе, какая. Вот телевидение в огромной степени формирует аудиторию, конечно, а не только зависит от нее. Есть такая фраза, какая страна, такое телевидение. Но мы же с тобой свидетели совершенно другого тренда. Какое телевидение, такая страна. И если бы я верил, что вот над чем они смеются, почему они ржут? Как можно над этим человеком смеяться на сцене? Это же пошло, это бездарно, это все продукт третьей свежести, как сказали бы в Одессе. Я бы никогда на этом концерте не прошел. Это неправда. Эти же зрители, если им показать что-то другое. Вот тут важный момент. Как можно смеяться над этой похабной, бездарной передачей, который 30 лет назад юмор не меняется. Вот как? Покажите им другое. Вот весь ответ. Два ответа. Скажи им, это быдло. Это не мой зритель. Я не буду для него работать. Моя аудитория другая. Нет, это твоя аудитория. Сделай ее своей. Конечно. Сделай ее своей. Это те же люди, которые смеялись над программой «Городок». Выбор дай им. Выбор дай, выбор. Вот когда нет выбора, они потребляют это. Потому что, когда нечего есть, ты ешь то, что есть. Это очень простой закон. Поэтому, с одной стороны, да, это так. Но это такой парадокс, когда говорят, что этого хочет зритель, но, с другой стороны, есть еще тот момент, когда зритель не знает, чего он хочет. Всегда найдется какой-то не твой зритель. Конечно, да, слушай, да. На концерте Жванецкого в Израиле встала старушка посреди зала и громко спросила, я не поняла, что он петь не будет? И пошла из зала. Вот я вспоминаю уроки вот товстоноговские. Вот кем был Товстоногов, помимо того, что он был гениальным театральным режиссером? Я лучше не встречал в своей жизни. А он был, как правило, вот таким вот делегированным зрителем, человеком в зале, пустом, пока еще пустом. Это человек, который просчитывал феноменально будущую зрительскую реакцию. Для него было очень важно почувствовать, сейчас говорят тренд, а на самом деле дыхание, проблему зрителя. И как откликнуться, как он это чувствовал. Примитивный пример совершенно. Но он ремесленный пример, он технологический, он не такой высокий. Я выхожу на репетициях спектакля «На всякого мудреца довольно простоты», играл я там гусара, и вдруг он говорит, Юра, понимаете, вы бы могли, вот у вас шпоры, много раз щелкнуть шпорами, как это гусары делают, когда здороваются. Вот так. Я говорю, вот так? Да. Только больше. Я говорю, сколько? Сколько вы можете? Я щелкаю. А еще раз 10 можете? Я говорю, а что это, смешно, Георгий Александрович? Он говорит, вы сделаете, ладно. Я как дурак щелкаю 25 раз. В гробовой тишине я это делаю на прогонах. Потом появляются зрители, я щелкаю один раз шпорами, второй раз каблуками, третий, пятый. С седьмого начинается смех, с двенадцатого начинается ржачка, а на 25-м истерика. Вот это вот животное чувство зрительного зала будущего. Я еще хотел поговорить по поводу вообще юмора.
ну, не твоего, а по поводу каких-то тенденций, да? То есть, к примеру, я понимаю, да, в 90-х вот был городок, знак качества, ну, там, я понимаю, что городок был до 2012 года, но я имею в виду вот какой-то вот, когда мы все просто на этом росли. И, безусловно, для и тогда я считаю, что это было для бабушек, да, там был Петросян, Дубовицкая. И, не, ну не только для бабушек, да. И КВН был. Был КВН такой золотой. Да. Да, и есть золотой КВН был. А потом в 2005 году появились ребята из Камеди. То есть, на мой взгляд, это, в принципе, было потрясающе. То есть, в каком году? В 2005. Почему так рано? Да, это был 2005-2006 год, первые эфиры на ТНТ. Уже прошло 14 лет. То есть, Камеди Клаб это уже... В 2005? Да. То есть, они... Так давно? Да. Не может быть. Может быть. Подожди. Я в этом, ну, практически уверен. То есть точно, я думаю, 2006. Ну, тут ешечка. Тут даже не 3G. Не, почему я помню? Потому что я со всеми ребятами из КВН... Ну, потому что там Гарик, потому общался. Что это ваше еще и лобби ваше. Ну, как сказать лобби? Мы на самом деле, когда была команда КВН «Новая Армяне»... Так давно? Да. То есть, да, они закончили... 2004. 2005. А, 2005, да, господи, мне послышалось 95-й, мне плохо. Не-не-не, 2005. Потому что они на два года младше нас. Нет, 2005. А как же преемственность? А где, откуда они все впитали? А у кого они учились? Ты меня чуть не лишил этого самого. Но верю, 2005 верю, 2005 год. То есть, и в принципе, я считаю, что они были последним таким вот, ну, взрывом. То есть, что когда что-то произошло на всю страну, все это стали обсуждать. Хорошо, плохо, много ругали. Но это был новый воздух. Перед тобой человек, который один из первых, а это было очень немодно похвалить Comedy Club. Конечно. Не было такой программы или такой статьи, где бы я бы о них не говорил. Тогда еще. Тогда. Это не очень принято в нашем цеху. Но я тогда сказал, что это абсолютно другой вид транспорта. Вот, это другой способ шутить, очень важный. Мы начинали, мы продукт несвободной страны, да. Воспитанный в тех традициях, и пришло совершенно другое поколение, которое ощущает себя как свободные люди. У них отсутствуют эти шоры. Это, у них есть, самое главное, внутренняя свобода, отсутствие самоцензуры. Полное. Ну, конечно, плюс талант. Конечно же. И это очень важен был этот другой способ шутить. И когда мне говорили, ну, это все ниже пояса, там, пятое, десятое, я говорю, ну, это же может все уйти. Это проблемы роста. Это не пошло. На самом деле, ну, пошлинка, а может, она есть. И должна быть пикантность какая-то. Да, конечно. Должно быть такое балансирование. На самом деле, пошло – это то, что скучно и бездарно. Конечно. Пошло – это когда не смешно. А не тема. Да. А не тема. Пошло – это вот как. Вот то, что вот как и что вы делаете. Вот это было пошло. Нет, я ржал, мне очень это нравилось. Я был их поклонником, и у нас эти чувства, оказывается, были взаимными. Прошло уже 14 лет, в принципе, с их появления. И понятное дело, что ребята, которые делали камеди, они тоже все очень повзрослели. Да? Ребятам всем уже за 40. И, соответственно, аудитория их тоже повзрослела. Да. Ну, то есть там поклонники Мартиросяна, я не знаю, там Галыгина, Харлама, они все уже тоже взрослые. И вопрос в том, что, ну, не то чтобы меня там как-то это печалит, но я не могу понять, что происходит сегодня. То есть где вот эти, где новый ориентир, где вот этот новый взрыв. То есть да, есть YouTube, где куча людей просто оскорбляют друг друга в передачах. Нет, если я посмотрел несколько вещей, я не буду называть эти YouTube-каналы, ну, где просто сплошной мат, да. И только про это, ну, меня трудно обвинить так, в хаджестве. Тем не менее, ну, старая же формула, если в шутке есть слово «жопа», убрать слово «жопа» и становится не смешно, ну, значит, шутки не было. Она построена, не может быть строительным материалом мат. Он не может быть строительным материалом. Он может быть вишенкой на тортике. Он может быть такой черточкой, каким-то незаметным штрихом, который добавляет перцу, жару шутки. Немножко. Без этого бывает трудно. Но когда этот цемент...
и цемент, и материалы, и основа, ну, это убожество. Я тоже посмотрел все эти передачи, ну, как бы, и это такой застой. Не, при этом, как бы, да, над этим можно смеяться, но я понимаю, что вот та свобода, о которой ты говоришь, ну... Но это не талантливо, пойми, ну, не талантливо это. Но это не талантливо, самое главное, это не талантливо. Это какая-то обратная сторона вседозволенности. Ну, то есть, когда вседозволенность перешла в то, что ты, в принципе, можешь делать... Но здесь тоже есть один опасный момент. Вот мы с тобой побрюзжим сейчас, да. Потом пойдем покурить и скажем, Сарик, а может, худсоветы – это не так уж и плохо? А может, надо ввести какие-то стопы, стоп-листы какие-то, стоп-темы? Я тебе на это отвечу. В свои 62 года? Нет. 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 Я как человек, который пожил в том. Понимаешь, и искусство, и юмор. Это вот море. И вот сильный шторм. И вот канализацию прорвало, туда пробило. Деревяшки какие-то плавают. Но оно само очистится. Искусство – это такая штука, зритель все равно все расставит по своим местам. Если это не связано с оскорблением, с причинением боли и страданий кому-то, используя аудиторию и электронные средства распространения своей пошлости, если это не оскорбило, не нанесло вред, нельзя. Оно сдохнет. Само по себе? Сдохнет. Поверь. А вот зритель сделает этот вывод. А ощущение самоцензуры? Ну, вот когда внутренне ты понимаешь, что... На самом деле, вот я... Вот ты знаешь, как странно? Вот что с годами происходит? Я помню, я давал какие-то интервью там вот в 2000-х годах. И мне говорили, есть темы, на которые вы не будете шутить. Я говорю, да, безусловно, такие темы есть. Конечно. Конечно, потому что я понимаю, в какое время, в какой стране я живу. В какой истории я никогда не подброшу там кусок колбасы нищему и не буду снимать это скрытой камерой. Или кошелек алкоголику, или какую-то дозу наркоману и наблюдать за этим, как это смешно. Издеваться и смеяться – это разные вещи. Я не буду смеяться над человеком, над ветераном. Но это не значит, сейчас написали, слушайте, я в новом своем шоу снял сюжет про Мюллера и Штирлица, и какой-то над нашим святым. Над чем я святым посмеялся? Над группенфюрером СС? Ну, это же надо было додуматься, написать в этом самом, в гугле, что он поднял руку на святое. Я на кого поднял? На придуманного персонажа Штирлица, который там умница и остроумнейший человек в этом сюжете. И умнейший Мюллер, который в этом сюжете оказывается тоже советским шпионом. На что я замахнул? Это я не замахнулся на тем, на Отечественную войну. Я замахнулся на кино. На придуманную историю, потому что это наш флёр такой, это наш бэкграунд кинематографический. Это как на Петьку с Василием Ивановичем из анекдота, а не исторического персонажа. Я замахнулся на святое. Святое – это группенфюрер СС. Слышишь? Нормально? Мюллер. Так вот, при этом, при всем, я подумал, что когда я говорил, что у нас есть самоцензура, я говорил об этом... С таким знаком плюс по отношению к себе. А потом надо было понять, что какие-то нравственные, там, извини за пафос, ориентиры, воспитание твое и количество прочитанных книг не имеет никакого отношения к самоцензуре. Самоцензура – это когда я просчитывал, что я не пошлю это на канал «Россия», потому что это не пройдет, и зачем мне себя подставлять. Да. Это самоцензура. А я не пошлю это, потому что я не могу это снять. А не потому что я хочу это снять, но не буду, потому что это не пройдет. Вот это самоцензура. Так вот, на самом деле, ничего страшнее самоцензуры нет. Потому что самоцензура разрушительна. Она выжигает в человеке художника. Выжигает. Потому что все, что мы знаем и любим с тобой в искусстве, это все-таки какие-то прорывы внутренней свободы, вопреки отсутствию внешней. Да. Внутренней свободы. Если бы не было вот этого ощущения внутренней свободы, не появился бы Ленинградский рок-клуб, не появились бы «Аквариум», не появился бы «Цой», не появились бы все эти ребята, не появился бы Довлатов, не появилась бы
потрясающая литература. Это все-таки наличие внутренней свободы. Хотел спросить у тебя про твою новую передачу. «Сто Янов». Я сначала, это очень смешно, я подумал, как будто «Сто армян». Знаешь, ну Ян же у нас фамилия, да, «Сто Янов». Скажи мне, чисто эмоционально, либо психологически, тяжело тебе было после «Городка» вот возвращаться? Ну, и да, и нет. И да, и нет. Почему нет? Потому что прошло 6 лет с того момента, как не стало Илюши. И я снимался в кино, работал в театре, я не стал меньше зарабатывать, у меня не получилось никакого простоя. А помогла мне изначально жена, это очень смешная история, кстати, связанная с деньгами. Смешная. Было бы смешно, когда бы не было так грустно. Когда я заказал автомобиль, который должен был мне прийти, это был 2012 год. И мне сказали, что надо подождать что-то там 3 месяца. Я внес большой залог, почти половину. Я думаю, что я буду залог, я заплачу как можно больше. Ну да. Потом потрачу эти деньги. И скончался Илюша. Проходит 2 недели, и мне звонят, что пришла машина. К этому все равно никогда нельзя приготовиться к смерти. Да. Ты всегда это гонишь от себя. И я никаких запасных аэродромов не строил, и никаких у меня не было планов, как перестраивать жизнь. И я говорю, Лен, ну, я пойду отказываться, договор там позволял отказаться и получить деньги обратно. Надо отказываться, и как мы жить-то дальше будем? С нуля же надо начинать все. Она говорит, ты пойдешь и обязательно купишь этот автомобиль. Я впервые такое слышал от нее. Я говорю, зачем он нам нужен? Нет, во-первых, он нужен тебе. Нам он действительно не нужен, особенно мне и детям. Если ты его не купишь, значит, ты расписываешься в том, что ты не знаешь, как жить дальше. И тогда ты в пропасти. А если ты его покупаешь, значит, ты уверен в том, что все будет хорошо. И вынужден будешь работать, искать себя и что-то придумывать. Ну, я это такими немножко литературными выражениями все формулирую, потому что я не помню дословно. Но смысл этот, я купил эту машину. И это был такой толчок. Вот парадокс. Конечно, я 6 лет в этом жанре осознательно отсутствовал. Вот полностью. Я снялся в нескольких кинокомедиях, так ничего. Но так глобально я в этот жанр не входил абсолютно. Ну, было какой-то иммунитет, что ли, срабатывал. Потому что я не мог себя представить вне партнера. И когда ко мне, когда появилась эта идея, для меня было совершенно очевидно, что у меня не будет постоянного партнера никогда в жизни. Потому что даже если бы это был Де Ниро, ну, не знаю, представить себе такую фантастическую историю, или Аткинсон, кто угодно, он не мог бы в сознании зрителя заменить этого уникального артиста и моего партнера, которым был Илюша. И я понял, что если входить в эту воду еще раз, то все вторые, не вторые роли, а, ну, они могут быть и первые, но моими партнерами должны быть люди, которых я обожаю в кино. В кино. И у которых не должно быть абсолютно юмористической истории. Ее быть не должно. Они не должны были сниматься в юмористических передачах, это должны были быть просто классные, любимые артисты. И мои друзья. И помимо этого наслаждения работать с ними, был еще такой, я, конечно, им это не говорил, но был какой-то месседж такой какой-то, привет, Илье, вот, мол, посмотри, как много лучших артистов должно заменить тебя одного. Это такой мой посыл. Ну и такая преданность, на самом деле, с твоей стороны. Ну, не знаю, вот я так не формулирую, но вот это, это человек, который изменил мою жизнь. Он просто изменил мою жизнь, Он научил меня двум самым главным вещам – верить в себя и зарабатывать деньги своим трудом, и кормить свою семью своей работой, а не свои амбиции. Понимаешь? Вот и все. И в этом смысле было и легко, и трудно. На площадке я понял, что во мне эта готовность, она была постоянно. Потому что я знаю, что на канале, когда первые съемочные дни 1-2, у них был основной вопрос, покажите, как он выглядит. Выглядит он как? Потому что я начал в
в 60 лет его снимать, в 60 с половиной, играть женщин, опять молодых ребят всяких. Как он выглядит? Их беспокоило, не ушел ли типаж. Для этого я и похудел. Энергия, может быть, какая? Для этого я и похудел на 22 килограмма. Угу. Мне надо было вернуться в ту форму, мне должно было быть легко, я должен был быть голодным. Я снимал это шоу все время голодным, все время жрать хотел. Когда ты голодный, ты лучше работаешь, намного. Ты не хочешь спать, ты чуть-чуть злой, очень подвижный, и тебе хочется очень быстро прожить день, чтобы не думать о жратве во сне. Очень простая физиологическая штука. И вот так мы снимали эту историю. Вот так это было. Знаешь, сейчас вот с появлением всех этих, опять же, YouTube-передач стало то ли модно, то ли что, я не знаю. Очень много артистов приходят и немножечко, ну, у них спрашивают, не стыдно ли им. И они такие немножко, ой, извините меня, да, 20 лет назад один раз мне было стыдно там за какую-то роль или еще за что-то. Честно, мне такие вещи не очень понятны, потому что у меня восточная ментальность. Я считаю, что если, да, ты кормишь семью, а не амбиции, то есть ты живешь правильно. Но это вот такая тенденция. Приходят даже какие-то мои товарищи к тому же Дудю, и он говорит, вот твоя же комедия «Жених говно». Я такой, ну да, но ты меня извини. И меня это поражает, я не очень понимаю. То есть скажи мне, как ты относишься к тому? И то есть мы все в жизни оказывались в чем-то, что, ну, как бы не получилось. Это нормально. Но вот что ты про это думаешь? Вообще, что ты чувствуешь как артист, когда ты приходишь на премьеру, выходишь с премьеры. Тебе стыдно. И ты понимаешь, что это фильм не получился, что это плохо. Но особенно ты же как артист первый раз его видишь на премьере. Режиссер-то уже понимает, что не получилось. Вот какие твои чувства касательно этого? Ну, тяжелые. Тяжелые, конечно. Но я не буду извиняться. Мне не стыдно за то, что я делаю. Но как, ну, такая это ваше кино, наше кино. Какая это опасность. Иногда думаешь, по-моему, гениальная картина. По-моему, это будет так круто. Потом смотришь, не знаешь, куда деться. Mm. Главное свалить за 3 минуты. До конца. До конца и до этих аплодисментов вежливости. А иногда думаешь, боже, какая же это мура вообще. Это же хорошая картина. Хорошая картина. Ну, вот от этого никто не застрахован. У меня было несколько ошибок в жизни, но я сознательно никогда не шел в говне сниматься. Да, я думаю, что... Нет. Я совершал ошибки, в результате они становились ошибками. Правда. Правда. Вот я в кино ради денег не снимался. Когда-то. Нет, ну просто, когда была там небольшая ставка, я снимался в кино от своей безумной, какой-то невероятной любви к кино, которая мне казалась всегда, что кино любит меня меньше, чем я его. Мне всегда казалось. Я реализованный в кино человек процентов на 10. Я не очень высокого мнения о том, что я сделал, но я очень высокого мнения о том, что я могу сделать. Могу. Ну вот не складывается, а годы уходят, и время уходит, и ты меняешься, естественно. Ты знаешь, что я чувствую? Ну что, ну, мне бывает просто очень обидно. Бывает очень обидно. Ведь ты потратил такой кусок своей жизни. И потом кино, это такая, все такое одноразовое, ты же знаешь, одноразовые дружбы. Конечно. Как щетки в гостинице, как этот шампунь одноразовый. А я такой, а я не умею одноразово. Мне всегда все интересно. Я очень люблю технологию. Я иногда технологию люблю киношную значительно больше, чем результат. Я такой интегрированный человек. Мне все надо знать про объективы, про свет, про все эти дела. И я очень монтажный артист. Что я в это вкладываю? Я играю монтажно. Да. То есть я знаю не только крупности, а я понимаю, я хочу помочь режиссеру, чтобы эмоционально это было монтажно, чтобы я на разных крупностях играл так, чтобы ему было легко склеить, потому что я сам всю жизнь клеил и монтировал, и я думаю об этом. Я думаю обо всех этих вещах. Мне это ужасно интересно. Ужасно интересно. И телевидение мы с Илюшей, ну почему это телевизионная передача? Ну потому что время, кино погибло. 91-й сначала, да. Потом 93-й. Какие-то кооперативная отрыжка на плохой пленке, снятая за небольшие деньги. Это ужасно было. И вдруг появляется
появляются бэтакам-камеры, и появляется то самое главное, что и сформировало то, что мы делали с моим партнером, это необязательность дубля. Это принесло видео, потом цифры. Необязательность. Ты не сдаешь экзамен в этот Конечно. Момент. И эта красная лампочка, она только рек, она только добавляет куража тебе. Ну что пленка? Ну да, ну покупали мы. У кого мы покупали пленку? У немцев, у журналистов немецких, которые там съездят в Чечню или куда-нибудь в горячую точку, отснимут материал, потом они его стирают, и эту юзаную пленку, бэушную, с подрывами, покупали по $10 кассета и снимали бесконечно на нее, пока уже невозможно было ею пользоваться, этой пленкой. И вот эта необязательность дубля, относительная дешевизна производства, компактность группы и дала возможность играть в кино за отсутствием такового. И придумывают свое кино, свое маленькое кино. Поэтому вот эта тоска по кино, она во мне, я артистом стал театральным, потому что я просто понимал, что надо образование получить в театральном институте, что в ГИКе ты этой базы не получишь. Нет этого уровня педагогики, пусть на меня никто не обижается, да. который был в ГИТИСе, в актерском нашем ремесле, но не было. И вот это вот, вот, конечно, во мне этот комплекс очень большой. Как тебе не везло всю жизнь, как ты первую роль в кино снялся в 37 лет. В 37 лет я впервые вошел в кадр. Кино. И поэтому я нетипичный человек. Меня тяжело спрашивать. У меня много-много всего с этим связано. С кино. Знаешь, вот на съемках нашего фильма я... Ты же понимаешь, что в наушниках часто слышишь. Мне понравилось, как ты давал советы некоторым артистам. Мне вообще очень нравится. Вот и Дима Нагиев, и ты. Вот вы помогаете... ну, партнеру. Это очень важно. Есть же люди, которые как бы вообще не интересуются, что играет партнер, то ли интересуются, что... Они страшнее. Я однажды столкнулся с таким человеком, который в кадре до площадки, он должен был всех испепелить, оскорбить, высмеять. Есть такие люди, которые потом парят над пепелищем. И тогда, зарядившись этим дерьмом, они входят в кадр и включают звездочку. Я не могу, для меня партнер это... я это делаю отчасти из эгоизма. Хочешь объясню тебе, почему я помогаю? Потому что я понимаю, что он рядом. И что чем лучше будет играть он, тем лучше буду играть я. Да. Тут довольно много такого практической пользы. Я понимаю, что это мой спасательный круг. Живой партнер напротив. Живой. Поэтому мне так надо, мне выгодно. Знаешь, мне понравилось то, что ты говорил, избавляйся от этой театральщины, избавляйся. То есть, потому что вообще редко у нас в стране, когда артист понимает четко разницу между кино и театром. Еще как, кино, театр помогает жить, а кино выжить. Это, ну, на самом деле для меня это, я просто немного сейчас иду к теме образования. У меня просто в Инстаграме, в принципе, каждый второй вопрос, который мне кто-либо задает, это можно ли играть в кино без образования? Потому что, ну, люди начитали всех этих историй про то, что у Джонни Деппа нет образования, что Брэд Питт однажды утром проснулся и сразу стал звездой. Ну, вот эти вот пиар-акции, я их называю замечательные, как Стинг ехал в автобусе, его заметил продюсер. Ни в одну из этих историй я, если честно, не верю. Я тоже. Да. Особенно меня всегда еще смешила история, когда читаю биографию Тарантино, когда говорит, что Тарантино написал сценарий «Бешеных псов» и позвонил своему другу Харви Кейтелю. Я думаю, да как-то чего-то у меня не укладывается. Это вот как я, не знаю, 15 лет назад, 20, написал бы сценарий и позвонил бы своему другу Константину Львовичу. То есть, ну, как бы не могу представить. То есть, понятное дело, что что-то во всех этих историях, ну, как бы не так, что они немножко романтизированы, чтобы, ну, там, в 15 лет человек в себя верил. Это окей. А какое ваше к этому отношение? Ну, ты знаешь, что у Феллини, например... Он очень искал типажи, и в кино типаж играет огромную роль, огромную. Да. И иногда, ну, потрясающе смешные люди, но это не станет профессией их. Не станет. В чем разница может быть принципиальная между кино и театром? То в театре все-таки ремесло бывает и опыт намного важнее. В кино, кто такой звезда в кино? Прежде всего, очень интересный и необычный человек. Личность. Поскольку кино апеллирует глазам и крупному плану, они не могут соврать.
если там за этим что-то есть. И вот когда такой человек, является ли это профессией? Нет. Но если он странный, умный, глубокий, чувственный и замечательно, если там красивый и необычный, и попав в хорошие руки, это уже образование он получает у хорошего режиссера, который ему объяснил. Вот типичный пример – это Ален Делон, к примеру. После службы в армии человек стремится в кино, но стремится, много для этого делает, ходит на какие-то курсы, в какие-то кружки, играет в каком-то любительском театре. А потом в кино у хорошего режиссера происходит такая огранка, допустим, на одной важной картине, на некой. И тогда он получает эту профессию, но в основе его личный человеческий материал, который из него он сам может из себя достать. Вот профессия ведь не в том, что работай на крупном плане, не смотри в оба глаза партнера, они будут бегать, смотри только в один. Это 2-3 совета и все в порядке. Да, да, да. Следи за лицом и так далее. На самом деле, что значит следи за лицом? Если ты правильно живешь, тебя никогда не смутит, моргает он, не моргает, смотрит он куда-то, не смотрит он куда-то. Это ты правильно существуешь. И вот тот человек, который тебя направил в это, он же все равно основывается на том, что есть в тебе. Это и есть образование. Диплом не обязателен в кино. А вот в театре нет. Мало там самородков. Там не получится. Я шел с улицы и все время мечтал стать театральным артистом. Не получится. Там очень много ремесла. Но театр — это тоже опыт. Так же, как и кино. Ты же понимаешь, гениально сказал Вальцева фамилия. Кто у Тарантино? Кристоф Вальц, да. Кристоф Вальц. Ты знаешь его гениальную фразу? Он сказал, сыграть главную роль легко, получить трудно. Вот и весь ответ. Да, гениальный ответ. У меня с Делоном есть несколько историй. Я же снимал его в этом «С Новым годом, мамы». У меня там новелла, где Делон, Паша Воля и Ирина Розанова. Да-да-да. И мы снимали в Париже. И он подошел к Воле и говорит, тебе сколько лет? Ну, это говорит, ну, мне 36. Он говорит, в 36 я уже был самым красивым человеком планеты. Да. И ушел. Сказал, да? Да, да. Я бы ему сказал, что он остается самым красивым стариком планеты. Да, вот сейчас. Его интервью у Познера меня просто потрясло. Алана Делона. В нем нету вот этого... Я не увидел во рту унитаза, поставленного в Лос-Анджелесе. 32 фарфоровых белых зуба. Потому что ничто не выдает так старость, как белые зубы. В нем я не увидел никаких особых подтяжек. Я увидел... Вот я увидел Божий промысел в этом человеке. В чем? Я увидел, как вот уходящую натуру. Я видел в нем когда-то самого красивого актера планеты. Я вижу в нем самого красивого старика планеты сейчас. Так же, как Энтони Хопкинс старится. Так же, как старится Николсон. В отличие, скажем, от Шварценеггера. Ну да. В отличие от нашего Рэмбо на все времена. Их тоже можно понять. Они хотят продлить молодость. С Богом тяжело воевать. Бессмысленно. Вот если ты принимаешь свое старение, это так интересно. Это так интересно. Это очень интересно. Ты остаешься собой, ты находишь прелесть в этом сегодняшнем своем состоянии. И физическом, и внешнем, и в морщинах, и в голосе, и во взгляде. Это органично. И тогда это люди не могут не почувствовать. А они не будут обсуждать твои подтяжки. Они будут обсуждать, какой сегодня ты. И вот это люди, которые не воюют с Богом, вот такие, как Дени, как... И как Де Ниро, кстати. Де Ниро тоже не воюет. Да, особо не воюет, в отличие, скажем, от Аль Пачино. А, и Аль Пачино. В отличие, великий артист, великий, да. Но в отличие от Делона, который говорит, вот, как он говорил, самое страшное, когда он хоронит своих собак. И я поверил, я это так почувствовал, что он живет долго, а не по 15 лет. И у него кладбище этих собак. Ну... И что, можно сказать, что это прихоть зажравшегося миллионера? Почему? Я сам обожаю. Это были его друзья. Потому что, почему он с ними? Потому что они его не предавали. Они его не предавали. Они на него смотрели
И он догадывался, что хочет сказать ему эта собака. Она не могла сказать. Он все время пытался их понять. Кто что хочет, кто чем болен. Я преклоняюсь перед этим человеком. Вспомнил наш с тобой разговор касательно образования, да, то, что вот как раз просто упомянул Аль Пачино. Я, ну, обожаю его, великий артист. И у меня была такая история, что мы сидели на третьей улице в Лос-Анджелесе, в кафе. И из соседнего кафе вышел Аль Пачино. И вот это вот, думаешь, о господи, это он. Но вот это вот чувство, он очень старый. Вот старый, да? Прям очень, и прям он тяжело идет. То есть он прям вот скурвился, потому что я видел и Де Ниро на Каннском фестивале, и вот Аль Пачино. И они прям совершенно, хотя они ровесники. Они ровесники, да? Да. То есть там 2 года разница. Де Ниро, по-моему, Аль Пачино 43-го, Де Ниро 45-го. Но очень серьезная такая вот у них разница в ощущении. И я, если честно, ну, я прям думал подойти к Аль Пачино, а потом подумал, ну, как бы нет, это вот он человек вышел из ресторана, это так как бы личное пространство, нет. Но просто мы обсуждали «Собачий полдень» и обсуждали, по-моему, там «Лицо со шрамом». Угу. Это о том, что, ну, невозможно играть Тони Монтану и играть вот этого парня из «Собачьего полдня». А «Собачий полдень»? Да, это, без образования, то есть невозможно. Это невероятно. «Собачий полдень» — это... А второй, который, с которым они потом вместе и перекочевали в... «Крестного отца». «Крестного отца». И там же он был его братом. Какой актер второй? «Собачий полдень» я пересмотрел, когда летел к тебе на съемки. А я тоже, когда... Ну, я когда уже обратно летел... В самолете? Пересмотрел, да, в самолете. В аэрофлотовском этом наборе? Меня потрясла картина. Просто, хотя я ее, конечно же, видел. Просто потрясла. Это невероятная работа. Без образования? То есть без образования это невозможно, я имею в виду? Нет, да. Невозможно. И Де Ниро, человек, который очень любит, Аль Пачино, человек, который обожает театр. И у него были эти эксперименты. И он почти бесплатно работал на Бродвее, на офф-Бродвее. Угу. Он работал в драматических спектаклях. А его версия Ричарда Третьего, вот этот огромный... Я смотрел. Потрясающе, мне очень нравится. Это очень интересно. Это очень интересно. Нет, это... Ну что... Ну, я считаю, вот я артист сделанный, выученный. Я выученный артист. Я не могу себя представить вне координат той системы, которую мне преподавали. Но если в сухом остатке, если ее вот так вот выжать и попытаться очень просто сформулировать, то она будет сведена всего к нескольким пунктам, к которым ты идешь десятилетиями. Пункт первый. Понять... Научиться понимать природу собственного обаяния, почувствовать ее. Не пользоваться как женщина древнейшей профессии, хотя что-то общее в этом есть, а понять природу собственного обаяния, ее сильные и слабые стороны. Научиться тому, о чем талдычат с первого курса. Ведь когда ты берешь лист с текстом и остается 20 минут до выхода в кадр, ты не включаешь мозг. Ты включаешь умение чувствовать правильно. Вот это чувствование, оно должно быть очень профессиональным. Умение пользоваться своей биографией, своим опытом и своей профессией с очень простой формулировкой. Как я, только я и никто, кроме меня, действует в этих обстоятельствах, которые здесь написаны. Дальше начинается алхимия в том, когда ты играешь все-таки чуть-чуть другого человека. Все, что ты видел, все, что ты подсмотрел, все, что ты увидел. Ну, это невозможно делать, не владея этим. Да, есть простые вещи, как Костя Райкин спросил когда-то Табакова Олега Павловича. Он говорит, Олег Павлович, ну как, когда они еще в «Современнике» работали? Ну как вы, как у вас, откуда эта уверенность, откуда эта легкость, откуда этот кайф? Он говорит, Костя, старик, все очень просто. Надо один раз поиметь успех. Это тоже очень важный момент. Надо один раз поиметь успех. Я же анализирую, как я сейчас выхожу на сцену и в кадры, как это было много-много лет назад. Но это два разных человека. И что еще образование? Ну, вот, пожалуй, хотя бы... и быть физически свободным. То, что сейчас не актуально для молодых людей. Вот в чем разница между мной и потрясающими молодыми актерами, которых великое множество, первоклассных, там, от Саши Петрова и там, не знаю до кого. Весь смысл
того, чему нас учили, было освободить человека. Освободить его. Снять с него и физический зажим, и внутренние все эти комплексы. Освободить. Это не свобода, она была в том числе как бы и исторической данностью. Она была с генетикой еще и связана, там, с поколениями. А сегодняшние ребята, им свобода эта, она дана по определению. Они раскрепощеннее, чем мы. Они дают нам эту фору, нам тем, которые были там когда-то. Сегодняшние 20-летние. Но в этом есть одна проблема. И ты как режиссер, я думаю, иногда с ней сталкиваешься. Вот я тебе объясню, какая, ты мне скажешь, прав я или нет. Да, освободить человека очень легко. Но когда ты свободен, вот, тяжело. То есть, когда вот приходит артист молодой, вот совсем молодой, и он свободен вообще. И ему что в кадр сходить, что в сортир за углом. Он там одинаково органичен. И в момент исполнения физиологических потребностей, и в момент объяснения в любви. Это одна и та же степень свободы. Свобода, да. А это не свобода, а это просто такая физическая расслабленность. Им пофиг. Мне такой киношный парень. И он из фильма в фильм свободен и свободен. И думаю, сука, хоть бы ты зажался один раз уже. Это так, он свободен вообще. Да. А надо быть свободным в этих обстоятельствах, этой конкретной роли. А в других надо быть по-другому. И вот отсюда идет эта безумная одинаковость. Да. И это возмущение зрителей, если один и тот же молодой артист два раза в двух сериалах в милицейской форме, они не понимают, какой они смотрят сериал. Потому что они видят изо дня в день на разных каналах одного и того же человека. Поэтому сняться в кино легко, ты сыграть попробуй. Это, мне кажется, вот сейчас у всех, именно у молодых... Есть она, да? Ты согласен со мной? Ощущение одинаковости. Вот это один и тот же персонаж, очень удобный для режиссеров. Удобный. Да, ты знаешь, слушай, что ждать. И всегда, и вы всегда будете апеллировать, вы всегда будете говорить, я видел его там-то. Это амплуа, типаж, там, органика, что чужое, угодно. Чужая победа другого режиссера, который его открыл. А дальше начинается эксплуатация. Вот когда, знаешь, когда в кино пишут референсы. Да. На что это похоже? Пипец. Значит, мы снимаем фильм, референс такой-то. Как правило, референс американский. Нужен актер. Дальше идет в этой, как называется, когда... Ну, презентация. Не презентации, описание персонажей и обязательно тоже референс. И все из разных фильмов. И что получается? Это такой вот вариант постмодернизма, когда... Встретились два фильма, чтобы родился третий. Когда следующий успешный фильм продиктован не личностью режиссера и актеров, а предыдущими двумя фильмами, попыткой закрепить тренд, повторить успех, и даже многие сериалы технологически просто повторить, просто склейки, манеру съемок, ракурсные вещи, композиционные, по цветокоррекции, это все повторить. А прорывы все прорывы происходят совершенно на другом. Все приходят давать Оскара Аватару, а получает его жена. Повелитель Бури, да. Про этого скромный фильм с небольшим бюджетом про войну в Иране там или в Афганистане. Да, да, да. Потому что вот вдруг какое-то высказывание. Вдруг. Или там черно-белый фильм «Актер», допустим, да? Вот почему это происходит? Не только потому, что там по картинке, а потому что вот человек вдруг... И эти вещи происходят очень неожиданно. На уровне... Или как Иньярриту выстрелил там в свое время. Потрясающий фильм. Ну, там вот эта форма, да, да. Эти новеллы, которые переплетаются. Но это продиктовано... Так. Нету референса у него. Да, да. Нет, конечно, он человек влюбленный и знающий кино. Я думаю, как Тарантино. Тарантино весь построен. На глубочайшем знании, но он умеет иронизировать, он умеет играть смыслами, он умеет играть эстетикой тех фильмов, которые обожает. У него есть сознательные цитаты, да? Сознательные перебросы. Он берет музыкальные шлягеры, вдруг забытые там какой-то японскую песню вставляет, знаменитую вставляет в «Убить Билла». Или вдруг неожиданные какие-то шлягерные куски какой-то восточноевропейской музыки к нему может попасть. Это от огромного интеллекта, киноинтеллекта. И все равно так снимает только он. А дальше это будет Тарантино. А это будет под кустурицу референс. А это будет... Да не делайте под кустурицу, делайте под себя, как говорил Маяковский. Ты знаешь, это же просто диктует бизнес.
Потому что все, конечно, те люди, которые... это продюсеры диктуют. Тот, кто тебя продюсирует, инвестирует, он говорит, ну вот на что, на что. И ты как бы начинаешь непосредственно создавать вот это ощущение бизнеса для них. И... у нас будет спортивная комедия. Лирическая комедия. Вперед, да, понятно. Да, да, да. То есть это... ну, к счастью или к сожалению, то есть часть, ну, то есть 90% фильмов, которые, в принципе, делаются в мире, они делаются под референс. Но великими становятся те, кто тренд заявляют. Да, да. Про да, которые да, потом пишут референсы, на которые идут ссылки. Согласен? Так и есть. И поэтому либо ты занимаешься искусством, либо бизнесом. Да, просто ты не можешь никому гарантировать, что твое искусство может стать бизнесом. То есть, по большому счету, самое сложное, чтобы кто-то рискнул. Как везет людям, да, когда попадаются великие продюсеры, которые умеют, вот, да, вот что-то такое услышать важное. Не бояться потерять. И не бояться потерять, конечно. Да, в случае с продюсером, да, конечно. Но продюсеры же теряют свою репутацию на чужие деньги. Потому что я когда-то слышал, что надо быть очень плохим продюсером, чтобы снимать за свои. Но я вот один из них. Поговорили. Да-да-да. Да, касательно вот... хотел с тобой поговорить про современное кино. Ну вот современное, я не знаю, все эти супергероические тренды. Что, ты следишь за чем-то таким? Ну да, смотрю. По возможности смотрю. Ну там какие-нибудь «Мстители», «Человека-паука», еще там «Человек-тапок». Не, это, вот это не вот. Мое кино. Нет, то это, есть, не, это я не смотрю. Ты вообще не в теме. Нет, я понимаю, что... слушай, я бы с удовольствием снялся, потому что я понимаю, когда артисты... ну, ты знаешь, как это скучно на «Зеленке» сниматься сутками. Ну, это можно сдохнуть. Не, это правда, да. Это я себе представить не могу. Как зайти в павильон с четырьмя зелеными стенами... и изображать. Да, и представлять себе все, что там будет. Но они большие артисты, они при этом не теряют... каких-то человеческих вещей, они остаются... и они, хорошие из них, остаются всегда ироничными, как бы внутри жанра, и умеют сохранить... они над жанром, точнее. Да. И сумеют сохранить вот этот вот элемент баловства профессионального. Ну, вот когда во всей этой истории. Но, слушай, я не забуду, как две бабки, я тебе рассказывал, сидят у меня возле дома две, ну, таких интеллигентных пожилых женщины на скамеечке, в таком палисадничке. И говорит, ты этот фильм смотрел, не помню какой. Да, ну, все на «Зеленке» снято. Опа! И я понял, а зритель-то уже не обманывается. Он понимает, знает, что этого никто не строил. Поэтому ему значительно интереснее не «Зеленку» посмотреть, как летают там люди, а посмотреть что-то такое, поверить, чтобы их тронуло вот что-то, что сейчас происходит вот между этими двумя людьми в кадре. Вот в эту секунду, вот сейчас. Это все равно самое ценное в кино. Человеческую историю никто не отменял. Конечно, ну, то есть, вот это самое ценное. Даже вот последняя вот эта «Зеленая книга», которая подняла столько шума, ну, в принципе, потрясающее кино. И опять же, оно же сделано, то есть, за 2 рубля. Ну, в том плане, очень что... хороший фильм. Очень хорошее кино. Хороший. И сделал его, ты же понимаешь, кто там режиссер? А «Наркокурьер» ты посмотрел? Да, посмотрел. Иствуда, да. Какая картина. Вроде, вот я смотрю. Все просто. Ну, даже не просто. Ну, прекрасно. Даже не просто. Ну-ка, такая история. Даже как-то скучновато, даже пересказать-то нечего. Ну, пересказать да. Этот фильм нужна 1 минута. Да? Человек на пенсии, у которого не было ни одного штрафа за 40 лет, и они понимают, что это идеальный вариант для наркокурьера. Еще он занимается цветочками и ходит на выставки. И вдруг это такая щемящая история о старости, фантастическая, с комом в горле. Как это сыграно? Я вот думаю, вот показать на каком-нибудь канале, принести с русскими артистами такой фильм. Говорит, ну, ребят, ну 10 минут прошло, ну ничего не происходит. Такое? Еще ничего не происходит, ну вы чего, да? Да. Ну это... А ты знаешь же, кто снял «Зеленую книгу»? Нет. Это Питер Форелли, который снял «Тупой еще тупее». Комедию, да ладно. В 1994 году. Который, да здрасте, да. Я этот фильм знаю, конечно, замечательно. То есть он снимал, то есть очень много, то есть у него, в принципе, вот эти «Муви 43», вот это вот то, что, ну, как бы вот прям уже такое очень, ну, совсем. Вот молодец. Сначала зарабатывал имя и деньги, а потом снял то, что хочет. Сделал «Зеленую книгу». За копейки. Но вот что меня поражает, никто там... И говорят, ну это же вот этот говнодел, чего это он нету там... Нету этого, да? Нету. Они судят по конкретному фильму. Вот, вот на данный момент он сделал хорошо, и он молодец. Их этот бэкграунд не волнует, да? Да, и это вот та боль, которая здесь есть. То есть, потому что я вот смотрю фильм, допустим, «Дедушка легкого поведения» с Де Ниро. И там, по-моему, в начале где-то фильма Де Ниро голый мастурбирует. И я думаю, вот, допустим, я снимаю фильм, где Юрий Стоянов... А дедушка, разве он называется «Дедушка легкого поведения»? Да, у нас называется «Дедушка легкого поведения».
А это просто, ну, потом была «Бабушка легкого поведения», это уже российская. Нет, а какой-то фильм с Якубовичем есть, очень похожее название. «Дед», что-то там. Ну, это там сколько, лет 6-7 назад? Инина, да, лет 6-7 назад. Ну-ну-ну. Ну, вот и Де Ниро мастурбирует вот в фильме. То есть это Де Ниро, это «Однажды в Америке», это все, да? То есть это «Крестный отец», «Пробуждение», «Славные ребята». Ну, там можно спроси меня, мог ли бы я? Вот Юрий Стоянов может мастурбировать в молодежной комедии? Да я тебе скажу так. Юрий Стоянов в американской молодежной комедии может, а в российской нет. И это серьезный ответ. Я очень часто смотрю «Знакомство с родителями». Ты помнишь, когда он нажался этих таблеток, и потом ему надо было сделать укол в причинное место. И вот он ходит вот с такими штанами. И это увидел мальчик, и этот крик, вопль на весь дом. Помнишь, а там в это время внук был. Я смотрю, я ржу невероятно. И очень часто смеюсь. И во всяких старых миниатюрах Бенни Хилла или там еще кого-то из комиков, неважно, или в каких-то их шоу, я понимаю, что я им это разрешаю, и у них это смешно. И не могу себе представить, чтобы это произошло у нас. Это ментальность? Да. Это воспитание, это ментальность, это традиции того же юмора, над чем шутят. Потом они, ты не забывай, вот они же очень умеют ржать над собой. Вот, например, английский юмор, он вообще очень жесткий по отношению к себе. Более жестких по отношению к себе и самых ироничных людей, чем англичане, очень трудно представить. Они так обстебывают самих себя, что представить сложно. Мы так как бы не очень. Ну, то есть мы все сводимся к тому, что у нас нет самоиронии в итоге. То есть у нас все очень важные вот ребята, которые... Нет, вот... даже дело не в этом. Дело в том, мы прожили разный 20 век с ними. Ну, тяжелее мы прожили. Бед у нас было больше. Горе было больше в стране. Это надо понимать. Мы вообще, понимаешь, для нас... наша природа юмора, скажем, там, до середины 90-х, это каким угодно способом, но я расскажу про то, как тяжело живется, про то, как хреново живется, про то, как там нас обманывают. И это система образов, намеков, каких-то дуль в кармане, подмигиваний. Вот она такая, да, вот и в сторону сатиры. Сатира такая, я намекнул, что там не все хорошо. Но эти люди над собой ржали всю жизнь. И эта традиция, она так продолжалась. Поэтому у нас такой был перескок очень большой. Была такая пропасть, и потом люди на дельтапланах, этот комеди-клаб, оттуда сюда и перелетел. Да. А мостика не было. Да. Понимаешь, вот в чем это связано в большой степени. Вот я, мне кажется, сейчас нащупал вот этот ответ. Там традиция, она длинная. Выстебывай ничего хочешь и кого хочешь. Смеха над собой, над кем угодно, юмор становился жестким таким простым. Ну и традиции, если мы будем вообще уходить даже в историю театра, в историю площадных зрелищ, она там всегда была совсем другая. Представь себе, шекспировский театр. Хорошо, у меня были хорошие педагоги, это не потому, что я такой умный. Вот они играют на площади, допустим, не знаю, какую-нибудь Генриха или Ромео и Джульетту. Вот площадь. А вот здесь, в 3 метрах от сцены, стоит бочка с дерьмом. И человек, который у кого-то что-то украл, его ловили, и на глазах всех зрителей на этой площади погружали в эту бочку. А здесь она говорит, что значит имя, роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет, Ромео. А в это время пахнет совсем не розой. И в это время окунают человека, который что-то украл, а через 100 метров травят медведя на этой же площади собаками. И это тоже забава. И вот эта конкуренция у театра, уровень юмора, уровень жесткости и контекст. Бочка с говном, травля медведя, и что значит имя «Роза пахнет розой». Совсем иначе. Ну, совсем все это иначе. И сатира иначе развивалась. И здесь за это всегда. Или на дыбу, или на плаху, или на зону. И вдруг, оп, и все. Поэтому они смеются. Им можно, нам пока нет. Короче, вот то, что ты сказал... В американской комедии рядом с Де Ниро, пожалуйста, здесь нет. Говорю искренне. Но как-то так спиной
с поворотом назад могу сыграть на таланте смогу. На таланте, на кураже. На таланте. Намеком сделают. Или вот такая ширма, допустим, ширма. Вот да. Я так закрыт ширмой. И вот, допустим, а мне даже это интереснее, понимаешь? Ну и тут уже появляется вот видение. Я все-таки русский артист. Да. Вот представь себе, ну стоит Де Ниро, ну что это? А вот, вот, скажем, ширма, и просто мой крупный план ты снимаешь. Вот, вот мне интереснее это сделать. Да, нет. Вот это я бы сыграл. Это уже задача, да. Вот так, вот нет, все-таки сыграл бы, но за ширмой. Да, да. Вот с сатирой, с дулей. У нас, ты видишь, у нас все-таки надо образочек какой-то, препятствие. Это система Станиславского. Вот, я понял, что. Система Станиславского заключается в том, что когда ты выходишь на сцену, вот даже в системе Станиславского надо всегда искать препятствия какие-то внутри сцены, которые ты преодолеваешь. Тогда за тобой интересно наблюдать. А свободные люди, препятствий не надо, вышел, сделал свое дело на общем плане и ушел. Нет, это не наш метод. На самом деле у меня был преподаватель, и я там в Пасадене учил английский язык, пытался учить английский язык, и преподаватель прям такой очень образованный американец, ему было лет 70, и ну, он интересовался, откуда я, что я там, ну и у нас сидело кто там китайцы, панамец, еще что-то. Я говорил, что я из Армении, и рассказал ему как-то историю про то, что у нас ну, не было еды, воды, газа вот в начале 90-х, то, что мы ели то, что там, ну, как бы бабушка сохранила на зиму, вот это все. И он это все слушал, потом подошел ко мне во время обеда, подсел, обнял меня, говорит, извини, пожалуйста, я никогда в жизни не знал об этом. То есть... о том, что они вообще не понимают вот про это препятствие. Ну, вот которое у нас... То есть, да. Он мне рассказывал про после войны, как они жили, американцы. Он говорит, это было лучшее время для нас. Я, говорит, выходил, мы играли в мячик, мы все были счастливы. И как, ну, и что было, ну, и как жили мы. И то есть, и на самом деле, я ему когда все это рассказывал, он почти плакал. Он, то есть, для него вообще система вся поменялась. То есть, его мнение о нас... то есть это о том, что и понятное дело, что мы в кадре все другие, и степень принятия каких-то конечно. Вещей у нас разная. Конечно. Но просто не сразу это осознаешь. Я это не считаю нашей ущербностью, я не считаю, что они в этом выше. Это данность просто, это надо понимать. И стебаться желательно над этим не нужно, над тем, что мы такие. Это не наша ущербность, и это не проблема, это так. Ну, да. Мы такие. Но прелесть нашей с тобой профессии состоит в том, что именно наша с тобой профессия всегда позволяет побыть и чуть-чуть другим. Понять это, почувствовать. Вот я, вот ты меня убей. Ну, жизнь сложилась так, как сложилась. Я не жалею, я русский артист. Я бы не сильно закомплексовался на площадке рядом с моими коллегами по жанру или вообще по кино. Там. Поверь мне, ну не наложил бы я в штаны. Ну, то есть ты нет? Не, уверен в этом. Понимаешь почему? Потому что мне бы было интересно. Мне бы интересно было. Не потому что я бы с ними мерился попами. Потому что хорошие артисты этим не занимаются. Хорошие артисты, они кайф должны получать друг конечно. От друга. Помнишь, я показывал мое маленькое открытие, в чем принцип Де Ниро? Нет. Смотри. Вот представь себе, что ты монтажер. Ты режиссер на монтаже. Да. И у вас сцена. Вот я Де Ниро, а ты мой партнер. Я это просто разбирался с моим режиссером монтажа покадрово, просто какие-то фильмы. И, например, что делает Де Ниро? Он не оставляет монтажеру ни одного шанса остаться на партнере. В восьмерке, например. Например, вот восьмерку мы будем снимать. Да, забирает на себя, в смысле. Причем он это делает не для того, чтобы опустить партнера. Он это делает абсолютно рефлекторно, как человек, который привык доживать кусок. К примеру, ты говоришь, спроси, вот, допустим, твоя фраза. Это ты так решил? Я скажу, да, я так решил. Да, допустим. И вот должен быть конец. Говори мне, ты так решил? Ты так решил? Да, я так решил. Все. Или наоборот, я тебе скажу, вот я тебе говорю, ты так решил? А ты должен сказать, да, я так решил. То есть, вот если ты говоришь, да, я так решил, кадр должен остаться на тебе. Да. Что делает это животное американское? Давай, я спрошу тебя. Ты так решил? Да, я так решил. Ага. Вот это ага. И становится финалом. Становится сцены. Финалом сцены. Или еще раз, другой вариант. Ты так решил? Да, я так решил. Черт. Что делать монтажеру? Конечно, брать это все. В кино. Да.
Но это и вообще, в принципе, суть того, что вот не бывает, да, маленьких ролей. То есть ты можешь... Понимаешь, он это делает не потому, что он сволочь, который хочет забрать кадр на себя. Он живет. Да, да. И он так сделает. Что-то попало. Или он оживляет это. Или будет какая-то оценка. Ну, точно, он доживет. Да. А, ты так решил. Ну, поэтому иногда бывает ощущение, ты смотришь кино и думаешь, вот говорящий голос. Ничего смешнее, чем Стоянов, пока пытающийся сыграть Де Ниро, я не видел. Нет, ну, он великий артист. Великий. И когда я слышу эти разговоры, не, ну, Де Ниро, в чем он снимается сейчас? Слушайте, человеку хорошо за 70. Вы говорите, это ради бабла, это уже не тот Де Ниро. Когда речь идет о таких деньгах, которые есть у него, он не снимается ради денег. Но он не может не сниматься. Да. Вот это важная штука, что эти люди понимают, что они остаются в кино. Что они продлевают свою жизнь кино. Потому что пока есть цель, ты жив. Как только ты ты начинаешь стариться, когда при отсутствии цели. Цели важные какие-то. Причем цели такое, жизнеполагающие цели такой. У него цель, он не может жить без кино. И он снимается, ребята, в разных фильмах, в том числе и в плохих. Но что дают? Ну, не предлагают. Он давно может, он же выбирает сам. Ну, понятно. Да, же. Да, конечно. Ну, понятно, что для этого тот уровень, когда 2 миллиона сюда, 2 миллиона туда, это не принципиально. Но не это важно. Он снимается, потому что он не может не сниматься. Отсюда появляется контекст и плохие фильмы. А как еще? Скажи мне, вот ты говоришь про то, что да, должна быть цель. Я понимаю, когда вот я там спрашиваю 18-летнего, 20-летнего артиста, ну, я понимаю все его мечты, они довольно предсказуемы. А какие мечты у артиста за 60? Ха! Успеть. Там главный глагол. Успеть. Причем, ты же понимаешь, что самое бессмысленное, первый признак старости – это считать себя молодым. И все время говорить о том, какой я молодой. Потому что мы действительно... Вот я сижу, вот как мне тебе объяснить, что такое 62 года? Я не знаю. Тебе трудно поверить, но я не чувствую разницы между собой и тобой. Ни в чем. Я тоже не чувствую разницы. Я не чувствую ее. Я плаваю километр каждый день, я там бегаю, я там 5-10. Даже не в этом дело. Если бы я не плавал и не бегал, это не вопрос физического самочувствия. Это очень хороший вопрос, который ты задал. Как это дать почувствовать? Чем меньше я уверен в том, что я умею, чем интереснее мне внутри этой профессии, если есть еще много чего я в ней не понимаю, если во мне не сдохла любознательность и умение слушать, у меня есть перспектива. Как ни странно. Опыт должен появляться в ту минуту, когда звучит команда «Мотор». И какая цель? Да еще, еще, еще. Вот и вся цель. Жизненные цели простые, там, увидеть дочку взрослой, это понятно. Но как же ты старишься, это очень интересно, ощущать себя частью какого-то божественного замысла. Когда ты родился, и когда вот, и вот теперь ты стареешь, ты взрослый, как это интересно. Не феназепам жрать, я старюсь, я старюсь, я старюсь, я хочу продлить молодость. Получи от этого удовольствие, слушай. И тогда все становится на свои места. Ты часть какого-то огромного замысла. Единственное, что время намного быстрее бежит, чем у вас. Вот и вся разница между нами. Мы по-разному проживаем день и год. Тебе не пофиг ли, какое будет лето и какая будет осень? Сейчас все равно. А мне не пофиг. Да. Потому что у нас с тобой разное количество осени и весен впереди. Да. Вот и все. Вот и все. Вот и вся разница. Да. А, интересно, я заслушался. Такой вот еще
Вопрос. Я посмотрел, опять же, на «Вечернего Урганта», и ты рассказал историю, как ты выступил для Брежнева. Да. Который, что... Да не выступил, а просто в одной комнате сидел и анекдот ему рассказывал, да. И скажи мне такую вещь. Вот из всех руководителей, которых ты помнишь там по сей день, вообще по... Ну, я понимаю, что это такая условная единица измерения, но вот по 10-бальной шкале, как бы ты их всех расставил? Я объясню тебе, почему я не буду этого делать. Потому же, почему не буду анонировать в кадре. Только это оборотная сторона медали. Есть ли у меня мое мнение на эту тему? Ну, как ты думаешь? Наверное, есть. Я человек совсем не трусливый. И уже могу позволить себе ляпнуть что-нибудь такое. Я навсегда, а не на время. Понимаешь? Почему у меня бояться? Но у меня есть мои зрители. И я ужасно дорожу этой составляющей моей жизни, главной. Они меня любили за то, что я их никогда не разъединял. Никогда. То, что мы делали с моим партнером, и я продолжаю, оно все-таки построено на любви к человеку. Ну, извини за пафос, но на сочувствии. На понимании, угу, как много боли, нищеты и обиды вокруг. И даже в улыбке это должно ощущаться. Даже в том, когда ты смешишь. Каждый раз, когда я скажу, с кем я их сразу же разделяю. Я перестаю быть артистом. Я превращаюсь в общественного деятеля. Артист должен говорить всю жизнь чужими словами, как своими. Свое мнение, если он хочет продолжать оставаться действующим артистом, он должен спрятать глубоко и выражать его каким-то вот таким способом, через то, что он делает, а не декларируя это бесконечно в интервью. Это моя очень жесткая точка зрения, родившаяся не сейчас. Только поэтому я тебе об этом не скажу. Нет, больше это... ни почему. Но если, например, ты меня спросишь о Брежневе, я могу тебе сказать... Ну, последние годы это просто был глубоко больной человек. С тем, на которого принято показывать вот так боль. Это очень непростой был. И очень красивый в свое время мужик. Очень. А меня еще с ним связывает то, что с каждым годом я все больше становлюсь похож. И даже брови подбриваю, чтобы уменьшить это сходство. Шакуров сыграл абсолютно гениально, но, тем не менее, я считаю, что кино проморгало то, что не снимало меня в этой роли. Я бы знал, что здесь сыграть, помимо легко управляемого, плохо говорящего дурачка, которым управляет там КГБ и всякие серые кардиналы вроде Суслова. Не. Я еще раз говорю. Помимо Шакурова, в другой какой-то истории, он сыграл это потрясающе, просто потрясающе. Но он сыграл уже совсем старого. Он сыграл Брежнева в последние годы его жизни. Вот, если это кому-то интересно... Ну, я думаю, что просто надо сказать нам пока нашим зрителям, на какой-то такой ноте, чтобы они с нами остались. Это вот как с хорошим кино, когда ты выходишь из зала и живешь немножечко с этим фильмом. Какой, на твой взгляд, лучший фильм с твоим участием, твоя роль, которую ты порекомендуешь посмотреть нашим зрителям, словно после вот нашего интервью? Это будет фильм, если один только фильм, да? Если один? Может быть, и несколько. Я один, сам. Если я бы посоветовал посмотреть фильм 2010 года режиссера Дмитрия Мескова «Человек у окна». Я его посмотрел вчера в ночи. Замечательное кино. Ну, я считаю вообще, что Мескив талантливый режиссер. Да, он хороший, Димка, очень хороший. Расскажи вот эту историю с... Тиком? Да. Мы первые два дня снимали, и, конечно, Дима был очень недоволен. Очень недоволен. И я понимал, что он не видит во мне этого персонажа. Не видит. То есть я помимо того, что это очень много личного в этом сценарии, просто наговоренного мною сценаристу, там эта история, в ней много моего. Илья Тилькин – это мой друг, автор сценария. И внутри всего, что происходит с этим персонажем, очень много личных, там, монолог об узбеках, абсолютно просто импровизационный. Просто в полном метре импровизационный монолог. Там много таких кусков.
А здесь вот, ну, не получается человек. И мы снимали в лесу, и было много мошкары. И мне попала вот сюда в глаз, в правый, мошка. И я понимал, что я должен доиграть сцену, и поэтому я моргал очень коротко. И он заорал: «Стоп, все, есть!» И эти два дня в корзину. И он сказал: «Вот он такой человек этот». А я придумал дальше, что он такой в обычной жизни. Но как только он, там же человек, который вынужден перевоплощаться все время в кого-то, плохой артист, которого считают бездарным актер, и когда он попадает в обстоятельства, когда он играет разных людей, у него моментально пропадает тик. Вот это придумал уже я. А это моргание, да, вот из какой ерунды иногда получается. Рождается. Вот этот фильм я бы искренне, с чистым сердцем и с абсолютной уверенностью рекомендовал бы посмотреть всем. Не только потому, что в нем снимаюсь я. А мне кажется, что это просто о том, а как быть вообще хорошему и порядочному человеку в любое время. И по жанру это такое продолжение, мне кажется, это и Юрия Деточкина продолжение, «Берегись автомобиля», это продолжение «Осеннего марафона» в человеке. Вот, вот так мне кажется. А мне понравилось это, так это же миллион. Да, так миллион. Ну он, да, он да, так, вот Деточкин это... такой, Деточкин, да. Да. И еще один финальный. Давай. Точнее, может быть, два. Расскажешь мне историю про смешную про Никиту Сергеевича, который на стуле. Ребятушки, а у него такой стул роскошный, по-моему, из Америки привезли. Настоящий режиссерский высокий стул. И сзади написано не просто режиссер, а Никита Михалков. Он говорит: ребятушки, кто-то сел на стульчик посмотреть вот так монитор, плейбэк, да-да-да, отсмотреть снятый материал. Говорит: старичок, ты не садись на мой стульчик больше. Не знаю, какой я друг, но враг я хороший. А знаешь, как мы познакомились? 1, по-моему, апреля, 2000, по-моему, 7 года, раздается звонок. Алло, Юр, это Никита Михалков. Это был 1 апреля, и меня до этого разыграли человек 5 уже по телефону. Почему плохо так? Каждый же считает, что если он звонит актеру, который занимается юмором, он должен в этот день обязательно пошутить. И когда 6 мне позвонил, говорит, это Никита Михалков, я сказал: слышь, Никита, пошел ты. Просто сказал ему. Он говорит: поразительно, второй раз уже слышу сегодня эту фразу. Он ответил. То есть я понял, что уже его кто-то послал на меня. Я все равно положил трубку. Он перезванивает, говорит: вот сегодня же уже не первый человек, который послал. Ну как мне доказать, это действительно Никита Михалков? Я говорю: ну спой, я шагаю по Москве. Я ему говорю, ну там, а я иду, шагаю по Москве. Я говорю: извините, Никита Сергеевич. Он говорит: еще мохнатого шмеля могу, если надо. Это вот он мне звонил по поводу фильма «12». Да, да. Я помню, первая фраза была: старичок, есть предложение сняться в пенсионном кино. Потому что ему только исполнилось 60 лет. А не страшно было играть, по сути, все равно в ремейке «Сидни Люмета»? А там же сценарий, он все-таки не просто адаптирован. Да, вообще кино потрясающе, на самом деле. Он не просто адаптирован, он все-таки про нас был. И он снят с огромным уважением, потому что Никита никогда не прятал эту историю про то, что это Сидни Люмет. И он рассказывал очень много интересных вещей про тот вообще тот же фильм задумал сначала как радиоспектакль, а потом как телепостановка. Угу. И отсюда впервые появилась вот эта технология, значит, отсутствие потолка, выстроенный павильон, камеры сверху. Многокамерная съемка, которая потом перешла в ситкомы, да, и во все остальное. Это была школа очень большая. Не, я говорю, что фильм замечательный. Я ходил на него раза два. А я 40 дней подряд, каждый день. Все, то есть люди, которые со мной ходили, все всегда плакали. Ну, то есть это очень трогательно. И там у каждого своя правда. Вообще кино, в котором каждый прав и каждый неправ, оно вот как-то... А добивается он этого очень простыми вещами. Он каждому актеру находит минуту, когда не слышат остальные, а поскольку у нас было там 12 монстров таких вот, там же такие первачи, да, снимались, это я там был один телевизионный человек, а все такие киношники, он каждому подходил: старичок, гений, просто ты лучше. И каждый ходил с ощущением, что он номер один здесь. Гений. Де Ниро. Вот это все.
И каждый ходил. Сейчас мой кусочек. Сейчас я. И вот ходили 12 лучших. Да. И финальный вопрос. Да. Что вы посоветуете Сарику Андреасяну? Сарику Андреасяну, ты знаешь, что я посоветую тебе? Ну, сними зеленую книгу. Когда я это говорю, я имею в виду, ну, это надо, это невозможно почти у нас. Сними то, что... Хотя я не сомневаюсь, что когда ты снимал с Димой «Непрощенный», я не сомневаюсь, что ты снимал то, что ты хочешь. Потому что она, ну, мягко говоря, не в тренде твоей биографии. Да. Во всем. И по картинке в том числе. И потому что Дима сделал. Ну вот, давай так. Одну смешную лирическую, а вторую какую хочешь. Хорошо. Только плохая логика. Я-то снялся у тебя в смешной лирической. Значит, я пролетаю. Ну, зато ну, будет зато кино будет хорошее. Да. Верю, что да. Спасибо, дорогой. Тебе большое спасибо. Спасибо.